Всем привет! И сегодня у нас рубрики «Зацени» Soccer Manager 2015. После регистрации через Steam или Facebook аккаунт мы попадаем вот в такое меню, где нам необходимо выбрать свою страну. Далее, за которую мы будем играть, я так понимаю, что у нас тут. Так, ну что, выберем Россию, премьер-лига. А, то есть где мы, в какой стране будем продвигать свой клуб, я так понимаю. Ведь мы же футбольные менеджеры. Так. Давайте Англия, премьер-лига. И кто у нас тут в премьер-лиге есть? Ливерпуль я выберу. Взять под контроль его. Такие нам подсказочки сразу повылазили. Что за доля? Отмена. Какая-то доля. Ну, расписание матчей. Состав нормально. Смотреть матч. Стартовый свисток. Поставил я на максимальной скорости, чтобы мяч по полю быстрее катали ребята. 1-0, мы выигрываем уже. Ливерпуль забивает у нас. 2-0, ребята, мы тащим в этом жестоком поединке. Ну, насколько я понимаю, данная игра больше завязана на менеджере, и тут нам надо быть фанатом футбола, чтобы понимать суть игры и правильно расставлять составы, а не просто тыкать. Хотя и просто тыкать, наверное, многим тоже подойдет данная игра. Но мне лично сидеть читать тут происходящее на экране особо удовольствия не доставляет. Ну, хотя потихонечку, помаленечку можно продвигать свой клуб к вершинам. Можно посмотреть статистику игроков. Типа, кто у нас тут устал, этого заменить. 3-0. 3-0. Вот это вот дали мои подопечные. Можно тактику здесь потыкать, поменять тут игрочков. Так, что у нас тут схема? Можно такую поставить, атакующую, инструкцию дать своим любимым игрокам. Я так понимаю, у него тут он красным светится, у него... А, нет.
Желтая карточка у нашего игрочка. Ну что, в общем, вот такой вот он у нас Soccer Manager 2015 в Steam. Он бесплатный, я так понимаю, в него можно еще играть и в Facebook. Кому понравилось, устанавливайте, скачивайте. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока. До новых встреч.